Всем доброго дня и отличного настроения! Сегодня мы с вами будем делать магнитики на холодильник в виде сердечка. На День Святого Валентина можно такие магнитики сделать и подарить. Для этого нам понадобится картон. Из картона надо вырезать сердечки любого размера, какого вы хотите. Побольше, поменьше. Чтобы вырезать сердечко, я сначала беру бумагу. Из бумаги вырезаю трафаретик. Как легко, смотрите, сделать при помощи бумаги. Складываем листочек бумажки. Так. Здесь сгиб у нас. И просто рисуем половинку сердца. Так, допустим. Примерно так и вырезаем. Сердечко, видите, получилось аккуратное. Теперь переводим его на картон и вырезаем. Вот такие маленькие сердечки, сделаны из фетра. Берем фетр. Вот я взяла розовый. Можно мягкий, можно пожестче. Вот этот у меня из мягкого фетра, а красный жестко. Вот я взяла розовый, тоже мягкий. Просто вот сердечко такое маленькое из картона. Я наношу клей горячий. И приклеиваю его на фетр. Теперь его надо вырезать. Вот я вырезала. Теперь с этой стороны делаем так же, наносим клей, приклеиваем и вырезаем. С лицевой стороны я приклеила еще слой фетра, то что у меня картон просвечал, я наклеила еще слой, а с обратной стороны один. Теперь вот эти вот края нужно оклеить или вот бусинками такие, наверное, ниточки, бусинки такие. Сюда приклеить вот так. Или же вот такими стразиками. Тоже вот на ленте они вот так. Я буду оклеивать стразами. Все, сердечко я оклеила. Теперь декорируем на свое усмотрение. Я просто приклеила полубусинки такие белые. Теперь нужно приклеить назад магнитную ленту. Кусочек от магнитной ленты. Все, магнитик готов. Также можно сделать магнитики, сердечки побольше, размером побольше. Здесь у меня не фетр, а скраб-бумага. Можно оклеить цветной бумагой, скраб-бумагой. Можно даже остатками обоев оклеить. И вот украсила я цветочками такими искусственными, декорировала. Магнитная лента. Для изготовления вот такого магнитика нужно вырезать из картона
сердце, вот такое у меня побольше оно размером. И внутри еще вот маленькое сердечко надо вырезать канцелярским ножиком. Так, я вырезала вот так сердечко. Вот это то, что я вырезала, не выбрасываем. Также можно использовать как магнитик, сделать из него. Теперь вот это сердечко мы будем с помощью ленты атласной обматывать его атласной лентой. Лента атласная шириной 1,2 сантиметра. 1 сантиметр 2 миллиметра. На вот такое сердечко у меня ушло ленты примерно 2 метра 20 сантиметров. Чтобы сердечко было пообъемнее, вот с лицевой стороны, я его с лицевой стороны на него наклею тоже вот фетр розовый, приклею. Можно не приклеивать. Можно прямо ленту наматывать на картон. Но я вот так хочу сделать. Сначала наполовинку, вот так. Намазала клей на половину картона. Теперь на другую половинку приклеиваем. Теперь вырезаем. Вырезаем также здесь. Я делаю еще один слой, еще беру фетр и также буду наклеивать еще тоже на лицо еще один слой. Вот у меня два слоя фетра на лицевой стороне, здесь нет. Как я уже говорила, можно совсем без фетра, просто один картон. Теперь обматываем лентой. Я начну вот с этой стороны, так я здесь планирую цветы приклеить. Я начну оклеивать с этой стороны. Сначала конец мы приклеиваем и начинаем просто вот обматывать, заходя так вот примерно наполовину. Так вот. Приклеиваю я просто в некоторых местах, не каждый раз. Вначале приклеила, потом еще несколько раз можно приклеить. Здесь вот я немного приклею сейчас. Чем их все хорошо фетр, что приклеить, что не просвечает картон. Ну, уголочки вот. Так, как получится. Здесь тоже можно приклеить.
Так далее плетаем все сердечко. Заканчиваем. Обрабатываем зажигалкой. И приклеиваем. Вот так мы плели. Видите, вот здесь, вот где мы начинали и заканчивали, здесь вот ленточка так некрасиво широкая. И здесь мы вот цветы приклеим, и тогда будет все хорошо. Ну, так приклеиваем цветы, какие вам хочется. Можно сделать из атласных лент какие-то цветочки. Декорируйте на свое усмотрение. Вот так я задекорировала искусственными цветами здесь. С этой стороны стразики такие. Здесь приклеил тычинки, листочки. Сзади магнитная лента. Я в трех местах, чтобы лучше держалась. Вот это сердце сделано из фоамирана. Фоамирана вот с блестками. Двух цветов. Сначала надо вырезать из картона сердце. Размер сердечка, смотрите, чтобы был примерно вот такой. 9,5. А здесь, вот если вот центр, тоже примерно 9,5. Вырезается из квадрата такого 9,5 на 9,5. Так. Фоамиран у меня двух цветов. Такого цвета я взяла. Желтенький возьму. Теперь рисуем прямоугольник с размерами. Смотрите. 9. А с этой стороны 6. Прямоугольник 9 на 6. Здесь отмеряем линию через 3 сантиметра. И отмеряем по 1,5 сантиметра. Ставим вот здесь точки. 1,5. Видите? По 1,5 сантиметра. И рисуем вот такие линии. Теперь мы этот прямоугольник вырезаем. Вырезали. И теперь вот по этим полоскам, вот до этой линии, разрезаем. Так получилось у нас. Такие детальки нужно сделать две. Две детальки.
Теперь мы эти две детали, вот смотрите, будем переплетать в таком шахматном порядке. Начинаем с верхней. Так. Видите, здесь вот надо приклеить. Здесь тоже я приклею. Следующее мы переплетаем в шахматном порядке. Немножко можно растянуть, фоамиран тянется. Так. Так, видите. Тоже я приклеиваю сразу вот эту. Так. Можно и вот эти еще приклеить, давайте. Вот эти. Немножко. Так. Следующую. Тоже в шахматном порядке. Вот так вниз. Поплотнее, чтобы последний ряд убрался. Последний ряд. Так. Все подтягиваем и приклеиваем. Вот так получилось. Теперь нам надо приклеить на сердечко. Здесь смотрите, чтобы у вас совпало. Вот так. Кончики. Здесь мы все, что у нас лишку, все потом отрежем. И вот здесь вот тоже, чтобы было напротив, вот здесь вот так. С этой стороны покажу вам. Вот так, видите? Напротив это мы все отрежем. Так вот. Так вот надо приклеить. То сначала я одну половинку. Сначала я вот так одну половинку приклею.
этой стороны. Так, приклеили мы. Теперь все лишнее отрезаем. Вот здесь вот, если картон лишку, нужно отрезать вот так картон. С этой стороны подровнять можно. С обратной стороны на сердце приклеим любую бумагу. Скраб-бумагу можно. Можно с помощью клея вот такого. Или карандаш берем. Так, приклеиваем. И также вырезаем. Так, я оклеила. Теперь вырезаем две полосочки фоамирана разного цвета. Примерно шириной 0,5-0,3. Смотрите по своим размерам. И приклеиваем. Вот с этой стороны вот у нас такой сиреневый, а с другой желтый. Так приклеиваем. Все, магнитик готов. Я приклеила магнитную ленту. Такие симпатичные магнитики у нас получились сегодня. А вам какой больше нравится магнитик? Всем пока! Подписывайтесь на канал и работайте всегда только с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится.